кого? Представляю судейскую бригаду, обслуживающую данную встречу. Руководитель ковра Виталий Павлов, судья международной категории Республика Коми. Арбитр на ковре Алексей Донских, судья международной категории Саратовская область. Боковой арбитр Валерий Ржиуцкий, судья всероссийской категории Оренбургская область. В красном углу отдыхает Рамазан Абачараев, мастер спорта международного класса. Ему 32 года, представляет Ростовскую область и Республику Дагестан. Лучший спортивный результат – он является чемпионом мира. Тренируется под руководством тренеров Харахашьяна и Сергея Михайловича «Забей ворота». В синем углу Эмиль Шарафетдинов, ему также 32 года, представляет город Москву, мастер спорта международного класса, он является неоднократным чемпионом России, бронзовый призер чемпионата мира, тренируется под руководством Виталия Маврыковича Резника. Yes, please!
красный. Победу одержал Рамазан Абачараев, мастер спорта международного класса, Ростовская область, Республика Дагестан.